Так, надежда только на ущека. Давай, открою, я буду вот так придерживать. Закрыто. Ущека скоро поедет. Володя с Подмосковья, позвони мне, чтоб ущеку встречал. Скоро он к вам в гости приедет. Так, хорошего голубка мажу. Ну что, надо чем-то жертвовать. Не хочет мазаться. Ну давай. Хорошо, чтобы сильно не потекло, а то вен хватит. Да, не. Ага. Не вот так. Угу. Сейчас пойду трохи с дороги кину. Да, клетку. Да, ой, да, да то я вытер это. То я вытер. Хорошо. Ну, в общем, сейчас мы. Ще с дороги трошки. Ага, хорошо. В общем, забирай клетку, снимай, тут стал. Давай, ага. Хорошо, правильно. А то он там сдохнет. Да, снимай там тихенько. А хочешь, пошли вместе снимем. Потому что одному там неудобно. Пошли. Сейчас, Володя, снимем клетку. Он тут установлен, потому что... Ага, и ты знаешь, и мне надо прикрывать, потому что он уже ко мне перебрался. Ага. А ну-ка держи, если что, кинешь. На. Ты держи его. Да, если что, мы его сразу подкинем. А ну-ка, дивись. Гля-гля-гля, вони. Аж ось щось они испугались. Там вони, блядь, такие є вовки. Та я знаю, він же ж б'є кожен день. І у мене, і у тебе. Та хули йому тут летіть от тебе до мене, це одинаково. Я тобі кажу, що на туалет поставить, він хоч бачить там. Ну так. Да. Щось збило, блядь, капкан. Та щось, він може там. Ну, може лазити. Да. Пішли туди зараз, вместе. Знімемо. Вже повно. Да, знімемо клітку. І треба поглядати. Да, я сходю, клітку сніму. Ні. Вместе пішли. Там одному трудно. Пішли вместе. Нет, делать нечего. Пішли. Бачу. Він тут рядышком. Знаєте, що я не знаю? Весняний переживе більше всього. Якщо пос... Якщо ми його зараз уничтожимо, це буде клас. Такого голуба треба, щоб тільки літав. Ну цей буде літати. Це хороший голубок. Ага. Ну, наче не літає він його. Ну, да. Ну, бачи там за Серегу. Пішли. І клітку допомогу зняти. Пішли. Місце, я тебе кажу. Я його на туалет, я там і покормлю, і попою його. Так. І хай він там сидить, і ще й капкан один-два поставлю. Хай так. Він. Так. А то там хтось клітку змістив з капканом украде. Да, мені... Це ще й так довго настає. Не говори, мені жалко капкан. Капкан чужий, наколен. Там мене десь є, сьогодні, не побитні. Угу. Такі тушки. Ну як, у тебе що-небудь прилітає з голубів, чи ні? Сетик, ничего? У меня хлопцы на Сєвєродонець забрали. А вот так, туда, оттуда, да, на прилетать. У меня одна голубка твоя залишилась, не знаю як. Якась голубка осталась, понял? Голубка? Голубка, да. Но она мне голубка нужна. Как бы, да, у меня было много голубів. У меня ж крыса поїла всех голуб. Мне просто она была нужна. Я ее придержав. Да давай, Денис. Там. А ви тільки полетіли. Це і подовжен полетіти. Ну, це голуб був знаменитий колись. 4-го року, йому 14 років. Ооо, так що ж ти діда, блядь. Та ну а що робити? Жалко його, ну а що робити? Надо чим. Одно жалко, друге жалко. Усіх жалко. Розвели по 100 штук. Ну ти молодець. Плюнув, убрав. 8 штук там. Ага. Не дає кого. Пішли йому спікін. Да. І я ж носив. Ну. Значить, сів. Значить, їсть, звісно. Ти знаєш, один хлопець там в Києві,
значит, показывал ролик, как у него ворон, чи ворона, понял? Ворон сейчас берет. Это... Лапа. Не говори, я тоже так считаю. Николаевські торцові порозводили, що їх усе бере. І ворон, і ворона. Звісно, шелохнуться. Ні, ну він може і сісти, але він недовго буде сидіти. Він льотний голубь. Як би він піде. Кстати, я одного ж тут приніс, він у мене вискочив. У лісі, поняв? Такий, пірмяк. І що ж ти думаєш, він не прийшов домой? Ну, та ну да, по слідам тут видно, що він тут... Да, да. Да, тем более, то у меня, то у тебя, то у меня, то у тебя. Жибыри в ней есть. Жибыри аж мотаются по вот этой трассе. На ток. И вот только что у меня бил. Прямо из земли. Жалко было этого голубя, что поделать, голубки нету. Что ему сидеть 14 лет уже. Он неплохой. Сейчас мы его запустим. Помазал. Так, сейчас я встану так, чтобы тебя бачить. Так. Давай, пужай. Видишь, цей хоть трошки подлетів. О, о, це хорошо, гля, гля. Це пішов, пішов трошки. Це він може побачити. Бачиш, бачиш? Тихо, зараз тихо нам. Видишь, це полетів. Оце хорошо, він уже його побачить зараз. Я тобі говорю. Побачи, побачи. Я так уже не раз кидав. Зараз він прийде. Якщо голубу так покрутиться трошки ще. Ничего, ничего, ничего. Он его уже побачил. Вот смотри, стой. Сейчас посмотришь, а? Да я 100 раз так кидал, Володь. Я тебе чипкажу, честно. Стой вот так вот поляпать, поляпать. Він сразу, він и чує, и бачит. Вот оси все. Он где-то сидит и смотрит на твои голуби. А тут оце ему подарок. Вот это все, он его заметил. Я тебе кажу, він же что так тихенько-тихенько пішов усе тут, возле кладбища. А он еще, видишь, с переляпом так, ляп-ляп-ляп-ляп-ляп. Я вот так сколько раз кидал, вот так кину. Побачь, побачь. Давай цього знімаємо. Сейчас я полезу. Я знаю, як там воно прикручено. Опять збитий? Вот собака. Ну да, ты по месту будешь там бачить. От собака. Ага, сбитый. Капкан сбивается. Ты его потом вытащишь, накорми, напои. Ага. Значит, смотри, вот так вот откручу сначала вот всю. Вот эту вот. Да, Билу вот эту откручу. Билу откручу вот эту фигню. Раз уже залез. Він б'ється, і от це от цього от вібрації. Він, мабуть, б'ється. Не може бути. Да? Ну, я вже не раз тут, і у мене срабатував. Там я можу просто любого голуба посадити. Хорошо, а цього немножко підкорми. Це джебель, так? Да? Це джебель. Інтересний случай произошел. Я зараз кормлю голубей. И так удивился, что и хочу это удивление вам показать. Помните, я кидал голуба желтого, глаз у него больной. Вот я сейчас начал кормить голубей, я в лесу его бросал. Вот он одна в середке. Смотрите, вот этот глаз у него больной, видите?
Он прилетел из лесу, представьте себе, голубь, ё-моё. А я думаю, что... А я хожу его в лесу ищу. Желтый прилетел из леса. Сейчас я его покажу. Вот интересно. Я так не заметил его. Что у меня же, видите, вот с этим глазом. А чего? Потому что, смотрю, голова намазана фураданом у него. Так что молодец артист. Вот так вот бывает. Видите, как? Слепой, одноглазый. Вон фурадан у него там, на этом. Прилетел. Это голубь по Володе Богучара. Вот, ну так глаз у него, он, видите, так и болит глаз. Не знаю, то ли болезнь это была, может ему эта крыса его повредила. Она, знаете, она с головы начинала есть. Он в то время на яйцах сидел. В общем, вот он прилетел. Я его увидел по фурадану. Так, начал кормить. Думаю, ё-моё, вот, видите, там фурадан его видим на этом. На затылке. Думаю, вот это номер. Из лесу прилетел. Желтый. Угу. Ну и нет. Ну что, еще покушать, может, потом попозже. Сегодня я уже выкинул одного, может, потом еще раз тебя отнести. Прилетел, прилетел. Ну видите, фурадан не видел. Нашел дом. Голова есть. Не знаю, тут я выходил, ну, наверное, выходил, раз сюда попал. Ну, так вот бывает. Пусть чуть-чуть отъестся, напьется, потом в следующий раз мы его опять отнесем. Еще будет что заносить. Я вообще тут их не кормил. Хотел, чтобы они паслись. А сейчас увидел атаку ястреба. Думаю, это надо их хоть немножко покормить. Потому что ястреб атакует, атакует. Пусть он того попробует поймать, рябого нашего. Которого мы намазали. Вот тут у меня осталось немножко голубей. Значит, стали они гнезда. Видать, понимают, он им поставил ящички такие наверху, но говорят, это не спасет. Ну, так, не вижу, чтобы стали пропадать. Такое ощущение, что крыса, много я отравил, но это последнее, думаю, что просто она ушла. Я слышал такое, что они начинают там что-то чувствовать, то ли видят запах. Ну, в общем, уходят с того места, где идет их уничтожение. Я буду надеяться, что крыса от меня, главное, ушла. Не знаю, надолго или нет, но возможно, она ушла. Покормил голубей, потому что увидел только что такую атаку. Жалко, камеры у меня не было. Интересные были бы кадры, но не успеваю я, да. Ну, пока все, пока на этом все. Приобрел себе голуба с Гиниченска. Вот голубок. Молодой. Ну, хозяин хвалил. Дал ему свою голубку. Разбил пару. Она у меня была с белым голубом. Тракториста. Здравствуйте. С белым голубом тракториста. Вот я взял по ним одного голубенка и отдал вот это голубь. Геническо в корне идет. Не проверял я его. Без проверки оставил. Хозяин очень хвалил. Сделаем такую пару, посмотрим, что там будет делать. Это он первый раз вышел. Голубь короткий такой, на вид неплохой. Голубка моя его даже один голубь стоит, а подкормку едят. Но он голубка его крупнее, я голубка его покрупнее.
2009 году он, по-моему, подставлял. Вот молодец, хороший мальчик. Одного гребенка она дала мне с Пашей трактористом, и второго дал Дзиньяческому. Ну, Паша тракторист, голубь-так неплохой, недавно отлетал 3 часа, ну или около 3, там, больше дома. Так что, сам он, конечно, но желание летать у него есть, так что проверим, как они с моими голубями будут, с моими голубками. Кровлю нужно мешать, белая у меня закровленная, как правило. И не как правило, одна мать, мать с сыном, и пошло, и пошло. Я практически ничего не подмешивал, так что мне надо подсвежать белую кровь. Она как бы разбавляет, потому что слишком близкородственное оспаривание тоже ничего хорошего не приводит. Закрепление может быть, но ну, в пределах разумного, скажем так. Вот так как говорит он и есть. В пределах разумного. Поилочка от часовщика за 160 гривен служит. Подкормку едят, видите ту мою, которую я делаю. Видите, с каким удовольствием они едят подкормку. Не разбивают какие пары, я тут уже разбил голубку, привез из дачи голубка. В общем, я стараюсь за один сезон с голубками брать разных голубей, просматривать голубя. Тут это она мне плоды дала, я ей давал лентяя голубка. С лентяем дала пару плодов, и сейчас я ее разбиваю привез своего белого. В общем, два плода у голубок белые, некоторые сразу на голубя экспериментирую, скажем так, за сезон. У меня голубка на голубей и смотрю на голубя. Какие пироги у нас. У черного ангела уже вторые голубята полупились. А первый уже вот-вот начнем гонять. Уже залетают на крышу пятиэтажки. Уже скоро будем их ставить на крыло первых лет. По очереди открываю голубятню. В основном у меня вот это открытое. Витя гоняет, когда Витя на работе на сутках, я им даю перерыв такой, не выпускаю, выпускаю эту голубятню. Но эта голубятня выпускается раз в четверо суток, скажем так. Ну им хватает, подкормку я даю, зелень привожу. Так что все у них есть. Эта голубятня у меня будет сейчас закрыта. А вторая голубятня. Хорошо иметь две голубятни. Хочешь перепаровать? Раз, голубку убрал с этой голубятни, деваться некуда. Тут голубь был беспарный, вот этот вот. Зинечевка. И делаешь себе. Голубь остался там, докармливает голубят, а я уже, а это уже нашла себе, ну не нашла, а как бы так, я уже даю другого голубя. И так я за сезон могу поменять в голубке 3 голуба и посмотреть, с каким голубом у нее лучше голубят.
дальше, не знаю, вообще с Зеничевской или с Херсона, но с тех краев. Ну что мне нравится тем, что он короткий голубь такой, нет в нем такой рыхлости, пышности, без проверки остается, но хозяин очень хвалил. Я ему свою голубку отдал, поменялись мы голубы на голубку, обмен такой произошел. Как все в Донецком человек делает голубы. Без проверки оставил. И так под курточку кушает, видите? С большим желанием, с большим аппетитом. На вечером буду давать зерносмесь. Зерносмеси большей части пшеницы. Немного кукурузы, немного гороха, немного семечек, немного проса. Ну, скажем, 50% пшеницы и всего остального тоже 50%. Я их балую только в этот период. Балую только период выведения голубя. Период первого, второго года.